Компания Юркос известна белорусскому и европейскому рынку уже не один год. За это время представители компании зарекомендовали себя не только как надежные партнеры, оказывающие качественные услуги в сфере подбора и установки дверей, но и как организация-благотворитель, помогающая детским домам и учебным заведениям. 2019 в компании проходит под грифом «Год семьи». Это стало основанием для проведения большого социального проекта, в рамках которого отбирались обладатели новой двери, а также специального подарка. Поучаствовать достаточно просто. Для этого вам достаточно отправить анкету, свою фотографию всей семьи и написать немного о своей семье, рассказ. В принципе, все достаточно просто. И в рамках этого проекта еще мы разыгрываем велосипеды за детские рисунки «Добрая дверь». То есть достаточно ребенку нарисовать рисунок двери, как они себе ее представляют, и потом уже внутренне мы размещаем это все на сайте Юркосбай, идет открытое голосование, и путем вот такой легкой процедуры выбирается победитель. До последнего не верили в свою победу обладатели заветного подарка – семья Козловских, в которой кроме мамы и папы живут еще четверо мальчишек. Поэтому за сувениром от компании «Юркос» они отправились всем дружным коллективом. Конечно же, радости за выигрыш не было предела, ведь до этого в гараже дома стояло только два велосипеда. Теперь домашний автопарк пополнился новой техникой, а у мальчишек и родителей появился еще один повод для того, чтобы проводить досуг вместе, используя для здоровья. Мне когда позвонили, я не ответила сразу, укладывала ребенка спать. Только потом я позвонила в саму компанию, я не знала, кто это, я просто решила перезвонить на этот номер. Мне сказали, это компания «Юркос», мы вас запишем и вам перезвонят. Мне перезвонили, рассказали, что вы выиграли велосипед, я была в восторге. Я сразу обзвонила всех детей, я говорю, мы победители. Там было не передать вообще эмоции, да. И крик радости, и вообще всем позвонила. Абсолютно всем. Да, бабушкам, друзьям, родственникам, соседям даже. Рисунок, представленный на конкурс семьей Козловских, оценило более 900 пользователей. Поддерживали их родственники, соседи, друзья. Теперь они не намерены отступать и готовы участвовать в состязании и дальше, чтобы побороться за шанс получить и новую дверь. К слову, проект «Добрая дверь» продолжит свою реализацию в Беларуси. Участниками инициативы могут стать многодетные, неполные семьи, семьи, где воспитываются дети-инвалиды, беженцы. Подробную информацию о проведении проекта «Добрая дверь» можно найти на официальном сайте компании. Юрка. Юркос.бай